Сегодня 20 апреля 2023 года. Вот, я что-то себе никак не могу место выбрать, где снимать. Что-то фантазия у меня такая немножко пониженная сегодня. Я так подумал, что может какой-то другой сюжетик сделать, так для собственного развлечения, там сказать, и для развлечения других. Хочу поснимать калининградцев, вот как они одеты сегодня, да, вот такой переходный период, вот, сказать, когда люди валенки там и тулупы снимают и начинают, сказать, демонстрировать преимущество своей фигуры, как мужчины, так и женщины, естественно. Вот, одеты все по-разному, но это интересно посмотреть, я иногда люблю просто понаблюдать такие вот периоды. Вот, поэтому я сейчас подошел поближе к площади Победы, там народу побольше, вот, ну и буду так ненавязчиво просто снимать, чтобы было видно, как люди одеты. Ну, по фасону и по этому самому, и по тому, по степени оголения, что ли, вот так вот. Вот это вот остановка Ленинский проспект, рядом. Рядом с площадью. Вот я так постараюсь побольше людей поснимать, чтобы можно было бы оценить. Я вообще не очень люблю людей снимать так. Это не всем нравится. Ну, зато можно определить там, кто понимает в этих вопросах, кто одет модно, кто не модно. Вот, я в этих вопросах, как говорят, не секатор большой. Вот. Но так вот. Я больше смотрю так, идет одежда человеку или не идет. А не модно это или не модно. Там вот площадь впереди Победы, там народу побольше. Вот, площади-то я уже там десятки раз уже снимал. Ветерок сейчас дует, так немножко на раззвук сбивает. Сейчас переход, тут народу всегда много скапливается. Сейчас толпа, одна толпа на вторую будет нахлынывать. Ну вот уже в безрукавках ходят, а я вон, сам пока еще в куртке, которую я зимой носил. Но правда под ней только одна рубашка. Надо доставать весеннюю куртку, лень. Вот еще один переход. Это улица Черняховского. Ну там погуляю немножко по площади так. Побалуюсь. Это такой вот интересный период, когда перехода с одной формы одежды, грубо выражаясь, по военному, на другую. Вот. Люди не торопятся сразу, а некоторые торопятся, как оголиться. О, сейчас тоже толпа навстречу пойдет.
Здесь вечером тусовки начинаются, в основном молодежи. Вот в этом закуточке, ну, на вот этой площадке, возле вот этого торгового центра. Там, в том месте молодежь собирается. Все тусуются так. Туповато так, несколько, ну, как говорят, кто как умеет. Такой пятачок для сбора молодежи. Так, ну туда я не пойду, там народу вообще не очень много. Это, чтобы там посмотреть, это лучше идти в торговый центр Европа. Там народу больше. Ну, может, и туда зайду, посмотрю сейчас. Особенно не хочу сейчас никуда-то далеко ходить. Так, вырвался, так немножко здоровье стало позволять. Пускай, нет. Улица профессора Баранова, тогда идет, а там как пешеходная зона есть, типа Арбата такого решили сделать. Ну, правда, она в этом плане пока еще не очень популярна. Все-таки Арбат, если взять, так-то это центр города, там культурные места, а это рядом с рынком проходит. Вот как-то немножко получается по-хабалски получается. О, храм. Сразу два храма зазвонили. Храм Христа Спасителя и храм Петра и Февронии, вот который справа. Ты обратно возвращаешь, там дальше уже народу поменьше. Вот, это надо приходить немножко в другое время, где больше народу. О, может, в другие дни. Сегодня четверг, если я не ошибаюсь. Вот, народу не середина дня. Сколько сейчас времени у нас-то? 15:30 местное время калининградское, которое на час меньше, чем московское. О, хотя мопеды эти, самокаты, это ужас какой-то, выскакивают отовсюду, бесшумно, хотя бы трещотку какую-нибудь поставили на него, чтобы было слышно. Ну, некоторые калининградцы себя считают там типа европейцами. Ну вот, но это в корне неправильно, собственно говоря. Вот, по территории, как бы по расположению области, мы, да, там, ну, не центр Европы, но, скажем так, не совсем окраина, если там брать еще до Уральского хребта. Вот. Ну и не Восточная Европа, скажем так, не Польша.